свете одном тебе дано. В цветном раю увидеть сон трехвековой прерывное кино. Все позади уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим стерилен ты, а глаз второй не выше глаз, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох, один из нас уехал в рай. Он встретит Бога, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит нас какой-то тип и пустит в мир, где в прошлом войны боли рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай привет. Так, вот он подошел. Москва-Владивосток.